Так, чтобы собрать в магазине-то. Давайте, наверное, соберем 6 пайпов. Почему бы и нет? И... Опа. Глаза бы мои этого не видели. Какой придурок сказал тебе это сделать? Ну, сам подумал, сам собрал. Собрать 6 пайпов. Какой же ты отбитый. Я бы на твоем месте удалил бы Доту нахрен и не заходил сюда 10 000 лет. Ладно, весомо. А что, если наркоманский резист? 60 хп реген. Просто 60 плюс. Тупо как алхимик под капотом. Серьезно, смотри. Смотри, тупо. Что, наносит мне он что-то? Ну, чуть-чуть наносит. Это лишь рака 16 левел, фул магия. Смотрите. Ох, как мне не больно. Ой-ой-ой, мне кажется, меня с руки больше дамажит. Вообще что-то. Я стою на макропюре. То есть они только с руки мне могут, походу, что-то сделать. Еще пайпуху. Что это вообще? Что это такое? Просто посмотрите. Вау! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если наркоманский резист? Помните видео, которое я писал и показывал 100% резисты? Сегодня мы зарофлим на эту тему и посмотрим, насколько это, блин, смешно, тупо, весело или непонятно. Я сейчас не люблю такого типа видосы, потому что... Это немного договорные видосы получаются, потому что я прошу команду оппонентов взять всех магов и посмотреть, на самом деле, как будет вообще вот эта вся тема работать, да, то есть поэтому я такие видосы не люблю, но тем не менее, это фановый видос должен быть, и он, надеюсь, вам понравится. Не забывайте поставить лайки, ребят, подписаться на YouTube канал, подписаться на ТГ, ну и в принципе, сейчас раздам своей команде обязанности и поехали! Так, ну что, раскидал я обязанности ребятам, конечно, своей команде. И в чем заключается вообще рофл данного видоса? Данный видос, он своеобразен тем, что у него такая специфика, да, то есть будет антимаг с 6 пайпами. Это настолько тупо, да, но это как бы, это фаново должно быть. Настолько тупо, что фаново, потому что, ну где вы видели 6 пайпов, и это будет такой хп реген, это будет такой магический резист, что, блин, ну это на самом деле тотальная бредятина, и, честно, я не очень хотел этот видос писать, но, тем не менее, я до него добрался, руки у меня уже заряжены записывать этот видос, потому что... Хочется сделать какой-то интересный контент. Но именно по рофлу это, то есть это не серьезная игра, это именно по рофлу такая каточка получается. И в целом, как бы, ну, надеюсь, она вам зайдет. Но это одна единственная такая у нас будет, получается, игра в своей, так сказать, в своей стезе, в своем репертуаре, да, где вот именно такая вот немножко договорная, да, стратегия по поводу того, что... Нужно именно, чтобы маги были ВС, потому что в пабе тяжеловато такое выцепить, да, чтобы все 4 там, допустим, героя или 5 героев были магами, да, поэтому как бы сейчас мы вот такую вот тему делаем, что как специально, да, пацанов попросили, они берут, ну и сайленсера взяли, хорошо, сайленсер единственный, кто будет чистым уроном пробивать, так, и хорошо, так, лайн иди. Вопрос, куда мне идти? На 3 буквы? Вопрос. Ну погнали, моя задача, короче, выфармить. Чем раньше я это все соберу, тем лучше. Камон, погнали. Погнали, сало будет в меду с сайленсером, я думаю, выстоим. Выстоим. Антимагом на центр никогда не ходите, ребята. Сразу напоминаю, сразу говорю. Но пик у нас неплохой. В принципе, у них тоже неплохой, магии очень много. Самое интересное, это будет посмотреть, да, как у меня... Ну, сайленсер будет моросить очень сильно, это чистый урон. Чистый урон, не единственный герой, который здесь меня должен убивать по КД. Чистым уроном, ему все равно на магию.
Вернее, на сопротивление магии. Это будет немного тяжеловато. Но, надеюсь, в целом будет интересно это посмотреть. Почему именно антимаг? Потому что антимага есть блинк, и можно уходить как-то, да. Почему не вайпер там какой-нибудь или хускар? Потому что, ну, антимагам будет это немного проще делать и интереснее, я считаю. Потому что, ну, антимаг есть антимаг. Плюс антимагу, по идее, немного быстрее это будет все выфармливать, потому что у него есть возможность быстро фармить. За счет блинков. Ну, посмотрим, загадывать не будем. Погнали, посмотрим, когда мы соберем 6 пайпов. И, ну, блин, честно, не знаю, это... Без лишних комментариев, ребят, погнали. Не забудьте поставить лайк за Рофла Гейм. Это будет по кайфу. Две катки, скорее всего, тут делать не будем, потому что сама задумка у нас на видос крайне простенькая. Крайне простенькая, поэтому она, я думаю, не требует каких-то более доскональных раскрытий смысловой вот этой, да, всей задумки. Если обычно какие-нибудь видосы, да, там по 2, по 3 игры, потому что игры сами по себе, как бы, да, иногда не раскрывают весь смысл, то в этой, как бы, катке... Одной игры, я думаю, хватит. Этой хватит одной. Главное прокрепиться сейчас. Хорош. Стики возьмем. И Пурманс Гоу. Я думаю, достаточно будет. Ну и магическое сопротивление в разочек. Пока что. 40% резиста сейчас имеется уже. Как вы понимаете, резист... Будет у нас замакшен. Резист будет замакшен. Но сделаем стандарт раскачку, как я делаю на антимаге. Это 3-3-3. И блинк хороший, и резисты имеются. И резисты имеются, все имеется. Так что... Не переагривается крип. У меня в последнее время какая-то болезнь. Крипы вообще не трогают меня. Хорош, пойдет. Лишрак фармит, у него все хорошо. Я тоже фармлю, у меня все относительно неплохо. Оп, помог немножко. Хорошо. Так. По чуть наша задача сейчас фармить. Как выфармим, будет интерес. Посмотреть вообще, какой именно резист будет. Насколько мне будет плевать или не плевать на эту магию. Как антимаг говорит, я ненавижу магию. Ненавижу магию. Ну посмотрим, как он ее хорошо будет держать. Так, это сапожок. Возьмем куру сразу соло. Сразу соло куру возьмем. Чтоб не беспокоиться. Хорошо. Вообще на магию все равно. Такой кайф. Это еще пока неполный магический резист, который мы имеем. Мы сегодня добьемся такого резиста, что прям ну его нафиг. Хорошо. Ух, ребята тушат там. Так, ну Лишрак начинает гонять по чуть. Хорошо. Так, сделаем. Подрегенимся. Все, отманы. Четвертая минута, но... Надо, да, лишать его возможности что-то отпивать. И будет все, огонек. Лёрик заберет. Найс, и в лесочек, бро, иди. Спокойно фарми. Так что нормально. Сапожок имеется, стики имеются.
Сейчас по чуть начнем его драконить. Еще пару тычек, если даем, можно ультовать. Хилочек в ход пошел. Пойдет. Через что будем играть? Начало игры. Ну, стандарт, наверное, через ПТ-шку. ПТ-шка, стик. ВГ. И будем просто играть. Как играем. Как играем по стандартику. Вот, и будем двигаться. Будем двигаться. Так, у него 6-й левел уже. Пойдет. В любом случае, можно будет начать с Клоаки как-то, я думаю. Хорошо. С Клоаки, возможно. Но пока, если честно, не уверен. Пока не уверен. Так, резист в еще разочек. Опа, регенчик пошел, найс. На топе пацаны давят. Но маги, они должны давить. В принципе, это логично. Так что сейчас посмотрим, как все будет складываться. Вроде пока идет ровно. Так, у Лишрака опять руну забрали. Это очень радует. Значит, Медуз не сильный прессинг будет. Так что будет нормам. Так, у нас всего 33 крипа. Это немного, но будем сейчас стараться развивать более лучший крипстат. Хорошо. Там ребята дерутся в лесу. Но мне главное криподрочерство. И в итоге ни одного крипа не добил. Это печально. И это печально. Интересно, сколько ножек Акаши будет дамажить. Шесть. Наркоманию, конечно, придумал тотально. Так, 35 крипиев, это очень мало. На таком миду. Можно на стике побайтить его. Хорошо. Отлично. Этого, по идее, тоже должен забирать. Ну, вот это, конечно, такая себе ошибка с моей стороны. Да? Ой, мана закончилась, не смог улететь. Еще один пришел. Дядя, ну мне нужно пофармить чуть-чуть, пожалуйста. Единственный, кто меня будет выносить в этой катке, это, конечно, Сало. Прям очень неприятный герой будет. Так, пойдет. 40 крипев. На стике хорошо подразвел. Не зря все это время копил. Давайте ПТ-шки побалуемся. Так, ладно, кольцо возьмем. Два кольца. Давайте сразу худы собирать. А че нам? Че, ВГ какие-то? Сразу в худы, погнали. Сейчас мы запакуемся так, что у нас такой реген будешь, и нам вообще будет плевать на все. Правильно? Правильно. Поэтому давайте сразу в худы. Худы и поехало. Сразу с худов начнем, да переагрись. На иллюзии. Хочет переагриваться. Я забыл. Я вообще думал, ты настоящий. Так, 47 крипев. Хорошо. Да, с худов начнем. Именно в тупую будем фармить худы. Капюшоны. Тупо на капюшонах будем. Камон, чувак. Что я тебе сделал? Нормально же фармлю. 51 крип есть. 51 крип есть, нормально же фармлю. Так, что у нас остается? Капюшончик, да, за 550. И худик готов. Я уже почти отрегенился. Нормально. Блин, я уже в предвкушении того, что сейчас будет происходить. По игре. Чисто машина. Антимага машина должна быть, по идее. Только сайленсер сможет пробить. Сало надо будет сразу минусануть.
И в 1x5 можно прыгать. В 1x5 прям смело. Так что будет. Будет как будет. Так, ну капюшончик есть. Хорошо. Есть капюшон до кучи. Так, ну вот такой вот раскачанный у нас получается Моментус. 3-3-3 по стандарту. Хоста там. Блин, там хоста, смысл. С хостой. Чувак с хостой. Так, ну 59 крипиев сделали. Дальше фармим. Дальше. Глобалка. Я вспомнил, как старого антимага собирал через худ. ВГ худ. И это прокатывало. Реально. Это работало. Вообще антимаг тогда 100 винрейтовый был. Реально, он был в мете. Не помню, что у него толком было конкретно по статам. Но он был очень сильным. Террорблайт антимаг просто... Герой без проигрыша были в то время. Собирали ВГшку, ПТшку. Выходили в манту, игра заканчивалась. Реально. Так что. Было кайфово. Кайфовое время. Так, один худец есть. Хидреску. Хидреску и поеб. 800. Хорошо. И поеб нужен. Поеб. Че, пацаны, хотите проверить мой резист? Ноль дэмэджа просто. Видели? Камон. Показывайте дамагу. Уф! Жесть. Уф, дамага какая летит, да? Видели вообще просто? Что есть магия, что нету. Вот это, конечно, дэмэдж они наносят. Но вот это вот уже показано, да? Как это работает? С руки будут больше наносить. Чем с магией. До пайпа чуть-чуть. Это первый пайп будет. Но долго фармится. Если убивать буду, по идее, намного быстрее выфармится. Хорошо, первый пайп есть. 6 пайпов на антимаге. Что будет? А что если 6 пайпов на антимаге? Ох, лич пошел, чайник, руф, еще подвязал. Молодец. Погнали, пробежимся. 400 маны. Шотну. Жалко, Куру слил таким. Куру таки слил. А Queen of Pain подслила. А вот он антимаг. А вот он антимук. Так, ну это на пайпы. Пайп выделишь? Ой, вообще дэмэджа не чувствую. И на пришеленец чисто. Так, троечка, да, резисты? Надо в 4. Так, ну собираем, начинаем. Капюшончик. Капюшончик. 14 хп регена. Должно быть 50. Под 60 будет хп реген. С пайпов. Ух ты. Сало единственное только бьет. Вообще пофиг. Давай. Жми. Где магия? Я тупо не чувствую. А сейчас начал чувствовать. Сейчас начал чувствовать. Чувствую. Чувствую, что мне больно. Жесть. Но он очень живучий к магии сейчас. Прям жесть. Надо левела немного. Очень живучий к магии.
очень крепкий. Реально, вот сейчас вот обратили внимание, да? Прям вообще. Прям очень много жизней сохранил себе. Регенюсь очень быстро. Под руфом так вообще буду регениться, очень страшно. То есть мне нужно... Еще надо пайпа. Хорошо. Это еще при том, что у меня третий недокачан. Недокачан третий. На базу можно не ходить с таким билдом. Но не рекомендую так собираться в любом случае. Так, еще кольцо. Там уже еще один. Еще один худ нарисовывается. Вырисовывается, выразимся так. Юзай мне кнопку. Опа, по сколько дамажит? Под 20 хп. По 15, не знаю сколько там. Даже фиг поймешь, по сколько. По 15 хп тупо дамага. Замедло, даю ош. Хорошо. На самом деле, это немного читерско, да, что... Прошу пацанов, чтобы они взяли магов, да, против того же антимага. Но это чисто ради теста. Сало взяли. Могли схитрить, да, взять дестройера, сайленсера. Но они вот по честному пути, и это круто. Мы их, короче, порадуем фастфинишем в конце. Мы ФФ напишем. Пусть они кайфанут. Пусть они кайфанут. Опа, Queen of Pain пришла. Опа-по. Смотрите, у меня еще... Куды пайпы все смягчают. Ой-ой-ой, я без блинка. Ладно, деремся уже, что делать. Куды пайпы все смягчают. Там три маны, по факту. Три маны по факту. Я очень медленный. Ладно, мне нужно фармить. Мне нужно фармить. Мне нужно фармить. Так, есть тут у нас что? Вот так вот, да? Колечко. Пайпы надо. Ну, вроде проапались. Самое смешное впереди. Ну, вы сами видите, какой резист. Магии меня вообще не пробивают. То есть я какой-то нереально стойкий. И это, конечно, страшновато. Но второй пайп есть. Сейчас будем просить ребяток, чтобы скидывались. Когда лашка едет. Она преследует меня. Знаешь, сны. Какие у тебя сны, да? Вот мне снится постоянно одно и то же. За мной каталашка едет. Вот это про эту каталашку, которая только что приехала. Вот это про эту каталашку. Хорошо. Так, второй худ есть. Пайпович. Там Queen of Pain очень сильно дамагнула меня. Прям очень жестко почувствовалось. Так, второй пайп. 23 хп регена. Сюда. Это уже у меня сейчас будет под руфом. Сорокет. Короче, можно было это также сделать через алхимика, но у алхимика нету резиста. Сама фишка — это резист. Сама фишка — это резист. Опа, давай, жмите. Жмите кнопки магические. Ой, это что? Ой. А что это? Мне, по-моему, крипы больше наносят. Не жарко. Вообще. Вообще не жарко. Хе-хе.
О, здорово. Опа, глобалочка. Ну, сейчас мне будет, походу, бобошечка. Частики есть. Ой, сало лопнуло. А, жесть, я еще живой. Да ладно, магические резисты. Это что за покемон? Ну ладно, блинкуемся. Думал на развороте что-нибудь там жмыхнуть. Жесть. Как я выжил? Три. Три, чувак, даешь? Это жестко. Это реально жестко. Видели, на каких крапалях я выжил? Я 6 секунд сайленс состояния АФК выжил просто. Это жестко. Как это законтрить, я не знаю. Но это сильвер. Первый момент. Давайте не будем сильно душить. Это второй момент. Давайте дофармливаем. Сейчас пойдем хилки брать. На топе фарма очень много. Так, 3500 надо, да? Что там соберется у нас? Раз, два, три. Ага, ничего не собралось. Ничего не собралось, но сейчас соберем. Сейчас вместо стика. Стик очень сильно сейчас много вытащил. ХПшек, правда, не будет вообще. Это плохо. ХПшек нету. Хорошо. ХПшек нету, маны тоже не будет. Блин, так неприятно. Так будет неприятно. Так, что мне нужно еще? Колечко еще одно, да? Еще вот такую штучку надо. И остается хидреска. Еще один пайп есть. Это жестко. Пацаны решили пофидить чуть-чуть, да? 33 хилки. Ой-ой-ой, хорошо. Опа, пойдем, пройдемся. Побежали, 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 побежали. Надо его закусить. Эта беготня начинается. Не очень люблю ее. Но доделаем дело до конца. Дело до конца доделаем. Хорошо. Пойдем. Хилки. Хилки по КД. Хорошо. По 17 хилок там. Но сейчас вот это все продается. Делаются... Антимаги зовут. Меня антимаги зовут. Да, кстати, интересно. Интересно. Так, это мы убиваемся вот тут вот. Оп, хорошо. Жесть, это что такое? Худы пайпы все смягчают. Блин, так бредово звучит. Худы пайпы все смягчают. Да жесть, вы посмотрите на это. Так, ну еще один пайп насобирали. Так, ну еще один. Минимум 6 пайпов надо. 41 хп реген. Еще 2 пайпа. Вообще желательно с тревелой. С тревелой желательно. У меня крипы уже, в принципе, не пробивают. Я перерегениваю все это. Мне кажется, меня больше с руки будут убивать. С руки. Я, если честно, никогда не думал. Знаете, вот я многие игры играл. Играл там и какие-то серьезные игры. Играл и с подписчиками играю, да. То есть, но чтобы я когда-то собирал такие билды чисто для того, чтобы с этого порофлить, у меня такого никогда не было, честно. Вот это, наверное, первая игра такая, где прям, ну, рофл. Прям максимальный рофл с этого. Выкупать это жесть. Давай, кидай ножик мой свой. Ой. Еще что-нибудь кастаните, плиз. Очень нужно. 50 хп регена.
Да не надо меня возвращать, дядь. Зачем? Чем тебе оно нужно? Зачем тебе оно нужно? Зверь в загоне. А-а-а, он вот, чисто пьер дамага, да, будешь, да, будешь, да, будешь, да, будешь пробивать. Ой-ой-ой, глобалочка. Давайте пайпью за ним. Да блин, опять он меня вернул. Камон, бро, ну серьезно. Юзайте магии. Убивайте магией меня. Убивай магией. Это бредово. Меня с руки больнее убивают. Смотри. Смотри, смотри, как он регенится. Так это еще 4 пайпа только. Бред. Тупо бред. Тупо бред. О, Лёрик лопнул. Ну, пойдем, надо еще пайпа. Еще пайпа. Что там, Лёрика убивают, да? Еще пайпы надо. У меня чисто 41 хп реген. Так, у меня есть вот так вот. Чуваки, я пока не готов с вами драться. Пока не готов. Сейчас еще пайп сделаю, чтобы было хп реген вообще нереальным был. И под руфом все это. Ну, это, блин, это жестко. Это рофильно, это жестко. Сейчас дофармливаем тут. Еще пайпуху. Еще пайпуху дофармливаем. Сейчас эти иллюзии какие там. Это я не знаю, ребят, кто придумал этот билд. Но еще один. Еще 3500. И все. Ну, ПТ-шка это косарик. Сейчас на базу ТП, наверное, сделаем, да? Или лучше пешком пройтись? Наверное, пешком пройдусь. Пацаны хилок подропали, да? Хорошо. Пешком, наверное, пройдусь. На блинках, да? Потому что я сейчас продам ПТ-шку, я буду очень медленный. И пойдем прыгать в 1x5. Правда, боюсь чистого урона от сала, но... Ну, посмотрим, как будет. Тут золото есть еще. Фармим, у меня здесь 700, да? 1000. Так сделаем. Так, внизу фарм есть, блин, очень хочу вниз ТП дать, потому что мне и экспа нужна. Чем больше ХП у меня будет, тем лучше, потому что ХПшек у меня совсем нету. ХПшек совсем нету. Так, у меня ХП реген под 70 будет, руф накинет, но ненадолго. Ненадолго будет такой реген, потому что собьют сразу. Много ДПСа будет. Очень много. Погнали. Хорошо, так. Собираем. Нужна вот эта вещь. Вот это. Давайте быстренько на базу. Круто было бы, если бы Котл еще в команде был, да? Но я подумал, слишком будет уже много у нас грязи. Еще и Котла, чтобы два блинка образно давать. Так, вот это продаем, вот это продаем. Это продаем. Это продаем. Так, и еще пайпуху. Опа, ну это получается антимаг. У нас беда, пацаны. Антимаги. Рак. 6 пайпов собрал. Жесть. Зачем, что за... Парни, лич, бафни.
Руф 3, держи. Все, погнали. Я пойду. Гляну. Вы рядом будьте, но не убивайте. Так, ну-ка, что там? 60 хп реген. Сейчас посмотрим. Только сайленсер боюсь. О, здорово. Вот он. К слову. Какой хп реген, смотрите какой. Так, ну пайп нужен тут. Оп, 3. Толпа нужна. Больно, но сало. Но сало, чистый урон. Сайленсер надо сразу слить просто. Я, если честно, думал, Руф что-то подбежит как-то, ультанет, да, не успел немножко. Тройку быстро слетели. Чуть-чуть бы я пожил, хп зарегенились бы. Ну ладно. Но, как вы поняли, такой билд контрится только чистым уроном, соответственно. Сайленсер что и делает. Что сайленсер и делает. Лич продался науке. Надо бы сайленсера минус. Арчит, он еще арчит сделал. А сало там. Ну, сало есть сало. Сейчас пойдем сало убивать. Сало, если прыгну, нормально будет. Так, ну пайпы не тащат что-то. Против чистого урона пайпы не тащат. Побежали. Вон, мид. Мид атака. Сало, конечно, такое. Хитрый. Там будет? А вот и он. Найс, найс. Опа, пошел хп реген, немножко подрегенится. Пойдет. Магические резисты. Да и мне, типа, я регенюсь очень быстро. Смотрите. И копа ищешь, блин. Давай дыши его, дядь. Дыши его. У него 60 ман набралось. Да добивай. Ладно. Хорош. Блин, ну регенюсь я очень страшно на самом деле. Вот, ну 60 хп регена. Я могу даже, мне кажется, товара танковать. Хорош. Может пайп? ХЗ. ХЗ. Может пайп собрать, говорит? Сало пришел. Ой-ой-ой, дядь. Леврику будет бона сейчас. А у него рез есть. Вот, отойдем. Я чуть потанчу, дядь. Ну, чуть-чуть совсем. Хорошо. Ух, как мне не больно. Чувак, ну мне как бы больно, но не больно. Не то чтобы больно, но... Камон, еще кнопку нажали. Вообще, смотрите, я тупо на огне стою, в статике, и типа мне вообще дэмэдж не наносится. Тупо дэмэдж не наносится. Это что вообще такое? 70 хп регена еще до кучи. Это как-то, мне кажется, немного читерски. Ну просто посмотрите на это. Ну реально. Вот только чистый урон вообще залетел. Ну хп, смотрите, как ползут. А руф тройку даст еще. Че руф тройку даст? Ой. Я случайно даблкил сделал. Ну это что-то нереальное на самом деле. Антимуга машина. Ой-ой-ой, глоба. Не-не-не, дядь, не надо. Хорош. Два разом как? С ульты.
Я сам не думал, что так получится, сори. Ну, это, конечно, весело, но это немножко, выразимся так, и имбалансно. Это наркомания, это стопроцентная наркомания так играть, но нам нужно как-то допушить их. А получится у нас это или нет, я не знаю. МП бы. По чуть. МП бы по чуть. Может пайп? Не-не-не-не. Не-не. Не-не. МП. Не надо пайп. Пайп есть. Самое прикольное это то, что там макропюре было, да? И статика, типа, мне плевать на это все. Тупо плевать. Ну, 80 хп, 70 хп регена. Ну, типа, вот мне магии дали, да, смотри. Так я вообще ее не чувствую. О, арчиды, марчиды вот эти всякие. Сало надо убивать, да, если сало убиваем, пока... Все, я прыгаю, можно танковать. Иху! Ну, как танковать? Леорик все затанчил. Пайпуху нажму, дядь. Не могу нажать. Нажму. Нажал. Нажал, дядь. Заявлю таки. Тиханул. Тиханул таки. Это бред, конечно. Ломаем. Жесть. Но это, конечно, жестко. Жестко. Но если сало опять минусуем, опять можно прыгнуть. Так, 500 у нас на кармане. Если честно, самая непонятная игра. Потому что это жестко. Кто стучать будет из подписчиков, у меня прям вот вопрос. Это бред. Так, Рошана смогу ли я убить с таким билдом? Буду, правда, долго бить, но мне кажется, все получится. Но Рошан не дамажит пока Ливинг Армор. Г по низу. Так, армор пропал, промах. Попал. Ну, я успеваю зарегенить, короче, все. Но еще за счет лича армора. То есть у меня хп реген настолько высокий, что мне все равно. 60 хп реген. Просто 60 плюс. Тупо как алхимик под капотом. Серьезно. Берите. Килки на базе возвращаем. Хорошо. По чуть то, что накапливается. Чисто ров лагами. Ну, лечу, наверное, отдадим. Аегис. Еще каточка будет у нас. Это, наверное, вторая катка будет такая, более-менее договорная, да? Это будет 6 аегисов. То есть, понимаете, да, насколько это будет забавно? 6 аегисов. Мы возьмем Леорика, возьмем ему, возьмем, подберем все 6 аегисов, которые здесь набьем с Урсой с ранней минуты. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, типа... Не знаю, это типа контент. Контент, который мы заслужили, называется. Ну и посмотрим, посмотрим. А обязательно, кстати, напиши в комментарии, ждешь ли ты такую игру и... Интересно ли это будет? Прикинь, сколько раз будет ресаться Леорик. То есть, вот там можно будет сделать так. Там будет еще рефрешер до кучи. То есть, мы реснимся ультом, да. Потом еще рефрешнемся. Аегу мы выбьем одну. То есть, потеряем одну аегу. У нас будет 5 аегисов. Возьмем рефреш. Нажмем рефреш. Отрефрешится у нас еще наш ульт. То есть, там много всяких приколюх должно быть. Но, опять-таки, по-моему, это нужно будет делать только под крайние аегисы. Потому что, насколько я помню, вроде, когда у вас есть аегис... У вас тратится сначала аегис, а потом тратится ультимейт.
То есть тут нужно будет под самые крайние аегисы это все делать, так что... Не-не, я. Я танчу. Сало сразу уберите. Если сало уберем, будет очень хорошо. 73 хп реген. Ну, руф. Опа, магия пошла. Магия пошла. Юзай магию. Не бойся. 6. Ну смотри. Смотри, тупо. Что, наносит мне он что-то? Ну чуть-чуть наносит. Это лишь рака 16 левел. Фул магия. Смотрите. Жесть. Я тупо не чувствую. Так, сало убрали. Хорошо. Ой-ой, вот это магия. Пайп нажму. Опа, магия пошла. Магию, пацаны. Что это? Фул хп стоит. Прикинь, лишрак фул магии нажимает. Во-во-во, смотрите. Что это такое? Просто посмотрите на это. Это как вообще? Юзайте магию, чуваки. Куда пошел? Я страж. О, вот он пришел, кто меня сливает. Вот этого пацана надо бояться. Вот этого надо бояться. Сало на развороте, сало. Опа, пайп пошел. Хорошо. Все. Пусть магию жмут. Ох, как мне не больно. Ой-ой-ой, мне кажется, меня с руки больше дамажат. Вообще что-то, я стою на макропюре. То есть они только с руки меня могут, походу, что-то сделать. Еще пайпуху. Что это вообще? Что это такое? Просто посмотрите. Мне это напоминает алхимика, знаете, шестислотого, который просто уничтожает. Ну, по чуть сливает, но с руки, видите. Опа, только левин кармора кидается, да, хп вверх поползли. То есть... Что за рейд босс? И, конечно, бредово выглядит максимально. Так, мне... Ой-ой-ой, сало. Сало пришел. Гоу-гоу-гоу. Будем драться. Сало, лупи его. Хорош. Так, ну меня вернули. Ну, Леорика лопнула. Леорика. Поехала. Ехала, пацаны. Нажимайте кнопки. Килки пока на базе купим. Не, ну типа, по большому счету, я не знаю, я могу даже руки убрать с клавиатуры, типа, но это выглядит вот так, пример. То есть, пацаны фул кидают магию, да? Вот смотрите, статика даже пошла. Статика сейчас еще накапливать будет, она будет еще сильнее дамажить. Она не дамажит. Она тупо не дамажит. Это жестко. Опа, сало пришел. А вот это будет сейчас бобона. С сайленсером, конечно, разговор другой. С сайленсером разговор другой. Только сало встает, и сразу начинается. Сало. Сайленсера убираем сразу. Что там сайленсер будет юзать? Еще 300, да? Но мне лёрик нужен. Так, руфа там гоняют. Ребятам кнопки я покидал. Написали ребята, там еще написали. Опа, пошло дело. Ой, чистая дамага пошла. Не надо, дядя. Опа, вернул.
Ой-ой-ой, еще статику сюда. Но сало, если сливает, то все норм. Я выживаю тут. Pain of Pain, он с руки дал. А, ну вон он, дэмэдж начал собирать на Pain of Pain. Дэмэдж на Pain of Pain начал собирать. Прикинь. Вот она хитрая. Лотар туда еще. Вот Криса. Ой, как хорошо. СПС, пацаны. Красавы. Подарок вам. Так, напишем. Чисто подарок. Камон, ребят. Вот такое вот прекрасное завершение игры у нас сегодня имеется. Ну что ж, подведем итоги. Антимаг с 6 пайпами. Это что-то нереально жесткое, потому что вы сами видели, сколько я здесь стоял. Ну и, конечно же, ребятам подарим эту победу в знак вот этого, да, такой вот темы, что, ну, попросили пикнуть их магов, им тяжело было максимально, потому что стратегии нереально какая-то имбовая, вы сами это видели, и вот подарили им победу. Так что вот такая тема. Ребятки, обязательно напишите добрый комментарий, понравилась ли вам эта катка, что именно вам понравилось от этой наркомании, но, если честно, никогда не повторяйте этого, потому что это тупо для видео, просто для рофла. Ну и поставьте лайк, не забудьте подписаться на YouTube канал и на ТГ. На этом все, друзья, с вами был Ксаназис, и... До скорого!